дурак, куда ты вышел? Чувак, он с другой стороны, у меня наушники показывают, что он идет с другой стороны, но я слышал. Я выхожу, да ладно! Надоели сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам. Открытая лайф-лента, возможность посмотреть профили всех пользователей, открытый инвентарь бота и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам. Заходи на elitecase.net и испытай свою удачу. Эй, народ, здорово всем, с вами снова Семченко, и добро пожаловать на очередную часть Маньяка, и сегодня с нами Шимора, а также Алимен. Привет, ребята! Всем привет, друзья! Здорово, парни! Вы очень много писали в комментариях, что стоит записать серию очередную с Шимора, и вот, ребята, ставьте лайки, и мы погнали. Ну что ж, напоминаем только правила, правила остались абсолютно такие же. Кстати, сегодня в роли маньяка будет Шимора, а мы с аниматором будем от него удирать. Я придал пьедестал. Буду яйца ваши на лоскуты резать. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, ребята, сегодня будет все не по стандарту, сегодня будет все очень интересно и круто. Итак, ребята, в общем-то, что есть у маньяка? У маньяка есть электрошокер с тремя зарядами, две гранаты, хаешечки и также бесконечный нож. На все про все 4 минуты на то, чтобы нас убить. Кстати, Кирилл, я хочу сказать подписчикам, что они писали о том, что раньше было 4 заряда электрошокера. Мы решили 4-й заряд поменять на 2-ю хаешку. Да, 2 хаешки и 3 заряда с электрошокера. И бесконечный нож. Вот, а у нас на то, чтобы прятаться, есть дымовые гранаты, флешки и ложные. В общем-то, все понятно. На все про все 4 минуты, чтобы найти нас и чтобы мы спрятались. И погнали, выключая разминку. Давайте, ребята, ставим лайки за Шиморку. Погнали. Поехали. Все. Воу. Дымовые и ложные. Так, аниман. Давно я не чувствовал себя, знаешь, типа, бессильным. Аниман, ты сейчас по привычке еще начнешь резать Шимора. Это вообще будет шесть, чувак. Главное не перепутать. Да, главное не перепутать, что сегодня ты убегаешь. Я понял. А Шимора догоняет. Вот сегодня реально прикольно, потому что у нас сменился маньяк. У нас сегодня кое-кто новенький. Я немножко путаюсь сейчас, потому что, блин, непривычно. Подождите, друзья, у меня же 2 должно быть гранаты, да? У меня она 1. А, у тебя бесконечные. Они у тебя бесконечные, я поставил бесконечный режим, поэтому ты можешь стрелять 3 раза. Ну все, понял. Шокера понял, и понял. 2 гранаты кидать. Карта-то огромная, ребята, кстати говоря. Карта огромная, и она очень красочная и красивая. Здесь очень много нычек, и поэтому я думаю, что маньяку, конечно, здесь будет нелегко, да? Но и нам будет так же. Учитывая то, что Шимора практически... Да, он во второй раз играет маньяка, то есть да, ему будет и вправду трудновато. Но тем не менее, тем не менее. Вот теперь, Аниман, мы должны с тобой стыковать и в штаны просто натрюхивать, потому что Шимора может оказаться где угодно. Ну, я вообще его не слышу, кстати, потому что он, видимо, решил тактику шифта избрать. Просто на спауне стоит и ждет. Когда они сами придут. Да-да-да, так у меня же есть время, что 3 минуты у меня есть, вы уже боитесь. Кебаб. Я чувствую. Так. Ну, Шимора, давай. Ну, я даю, ребята, а где вы? Вас же не видно, не слышно даже. Ну, естественно. Так как Шимора в первый раз играет, я ему кину небольшой дикой такой, подсказочку. Офигеть, подсказал. Взял дикой, кинул просто, хрен пойми куда. О-о-о, нихера себе, это за 2 километра, ребята. Чувак. Хорошо. А это что? Маньяк. Маньяк. Я сам не понял, я забыл, что я не... Все, у меня две хаешки. Кирилл, Шимора такой идет по шифте, а я сзади. И он такой сзади меня. Я на него смотрю, а он дальше такой проходит к тебе. Не, я сейчас главное, что выхожу, короче, и там Шимора такой стоит с гранатой, говорит, привет, типа, пацан. Да-да-да. А я такой, типа, ну здорово. Так. Где-то муняк. Блин, я даже не воткнул, что это маньяк. Я думал, что это аниман. Так вот я тоже сразу не воткнул, понимаешь, я начал тебя пугаться, блин. Все запуталось, потому что поменяли сторонами. Не-не-не, сейчас нормально сейчас будет. Карта просто огромная, ребята, на самом деле. Вообще нифига себе просто карта. А я изначально думал, что карта все-таки такая. Так себе, хотел еще побольше поставить. А сейчас понимаю, что карта реально большая. И маньяку здесь будет очень сложно. Тем более в первый раз. Поэтому мы будем делать... Во второй. Да, мы будем делать... А погоди, Шимора, ты уже второй раз у нас маньяк? Да. Хэллоуинский выпуск, где он резал. Первый раз я в хэллоуинском попке рвал, блин, ребята. Неплохо нас так надрал, я тебе скажу. Это хорошо! Я так и думал, что он будет за машиной. Блин, что это за место? Я вообще просто не втыкаю, серьезно. Где? Так, а вот теперь начинается самое интересное. А вот где ты, Кирилл, теперь? Это очень важно, да, это самое интересное. Минута. Но я посмотрю, кто из вас...
выиграть, так сказать. Давай, Кирилл. У меня ощущение, что Кирилл сидит на месте, вот по-любому. Нет, сейчас я медленно передвигаюсь, прямо вот так вот на шифте, чтобы особо не палить свое место расположения и как-то более-менее тактично тебя обходить. Блин, карта реально большая. Я она очень-очень большая, очень огромная. Мне поначалу показалось, что тут все, в принципе, легко, и нычек не особо много. Только сейчас, когда я по ней побегал, по этой карте, я начинаю понимать, что карта, блин, капец огромная. Прям реально очень сложно будет здесь... Ну да-да-да, здесь только по страху тебя чуют, я не знаю. Где ты можешь быть? Так... Да, 16 секунд, вот, черт. Как ты уже здесь приходил? Так вот, я сзади стоял, когда ты налево убежал. А, я понял, да, я понял. Блин. Ты такой шептишь, я такой выхожу, смотрю, оп, назад за угол. Итого 6 секунд, ребята. Все, ну, нет. Тут ты уже взял первый раунд, потому что вы совершенно... Да, в разных позициях. Черт подери! Ну, блин, ну ты, Шимора, знаешь, ты слишком быстро потратил свои гранаты, ты их сразу... Согласен, да. Ты кидай их более тактично, чтобы, как бы... Блин, жертвы подсказывают маньяку, что это за грязь? Да ладно, что ты тогда? Ой, я случайно огненную закупил. Огненную? Ну ничего, значит, ты... Я ее кидать не буду. Значит, ты на одну гранату решился, братан. Ты знаешь, типа, я самый такой нужный гранат, и я дыма лишился. О-о-о, ну, блин. Все-таки... Привет, маленький. А что ж так... что ж такое-то? Зарядок, Кирилл, у него один заряд остался. Помогай! Что ж такое-то, ребята? Что за жесть? Я ему кинул флешку. Господи! У меня заряд! С этим зарядом я ничего не вижу, чувак! У меня же один заряд был, да? Да, все, все у тебя теперь не осталось совсем. Господи! Теперь только с ножа. Ну, я блин, все на тебя потратил, вы видели, ребята, все влил в Кирилла. Так я хотел тебя убить, понимаешь? Куда ты вышел? Чувак, я думал, с другой стороны, мне наушники показывают, что он идет с другой стороны, но я слышал. Я выхожу. Да ладно! Блин, вот теперь 1-1, осталось еще 2 раунда. Блин, Шимора реально прикольно в маньяка играть. Кстати, ребята, голосуйте в комментариях, чтобы больше Шимора было на выпуск. Блин, жесть. А ты такое ощущение, что я не понял, как ты там сидел и меня услышал, да, с другой стороны, что ли? Да, с другой стороны, позиционирование не сработало, у меня наушники есть с позиционированием, то есть, по сути, я шел понял, со стороны да. машины. И я такой сейчас уверенно думаю, успею убежать, и пух. Я поэтому так и обосрался. Ну, а сейчас вам страшно? Вот сейчас стало да, потому что Шимора нормально так нагинать начал. Да ладно, нормально. Он еще эдакий еврей на шифте ходит, по моей тактике играет, то есть не торопится никуда. Так и да, да, Шимора? Ну так и да, так и 3 минуты же есть, чтобы ваши жопки найти. Вот я их и ищу. Ну блин, карта огромная, серьезно. Прям вот здесь я в первый раз реально. Да, карта крутая, крутейшая просто. Блин, тут можно так прикольно палить. Классно вообще. Подожди, вы меня спалили уже? Не может быть. Вы должны бояться сидеть по углам. Ого. Ого, где это я? Вот это Хогвартс, пацаны. Так, я понял. Здорово, брат. Я понял. Слышь, а я тут в норке, залезай ко мне. В какой это ты норке? Подожди, здесь одна норка только есть, или я ошибаюсь? Есть еще 3 норки. Нифига себе! 3 наши норки. Хогвартс, почему Хогвартс, кстати говоря? Потому что Кирилл любит Гарри Поттера. Привет, Кирилл! Привет, Гарри Поттер! Ах, нихера, флешка в лицо! Где? Кто-то спрыгнул, слышал? Вот этот надурил. Да, конечно, надурил. Братан, держись, я его типа отвлек, он должен будет... Шимора не того убил, прям серьезно, вообще не того. Он меня сначала пропрыгал, я только побежал, он походу, ты услышал или увидел? Я увидел, я развернулся, как бы, увидел тебя. Я вообще не понял, как он тебя запалил, потому что, блин... Так... Я думал, он меня не спалит тоже. Блин, прикинь, мое место спалил. Крутое прям, реально крутое место было. А где же ты теперь? Кирилл, ты серьезно? Нет, а че бы и нет? А че бы... Ой-о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 й. Как вы? Вы думаете то, что я типа такой испугался? Нет, на самом деле у меня просто ручка. Ручка? Какая ручка у тебя? Затряслась ручка? Так, а вот теперь интересно, ребята, что будет делать Шимора? Осталось 1.5 минуты. Блин, мне нужно реально выжить, чтобы взять этот раунд, чтобы у нас уже в кармане 100% была ничья. Ну что-то непонятно. Декои не кидаются. Ну как не кидаются, смотри.
Только так сейчас полетели. Семечками не пахнет. Как-то странно по ощущениям. Получается, ты зажат в угол. Это я точно знаю, в угол карты. Но где же ты? Кирилл. Так, интересно, интересно. Интересно, да. Что будет? Блин. Шимора просто бедненький. Туда-сюда такой, по сторонам смотрит. Чё-то нихера не могу понять. Чё происходит, да? Чё происходит вообще? Откуда все летит? Да ладно! Чё? А чё произошло-то? Не может быть! Не может быть! Я просто обосрался! Я просто поугарнул, если бы это случилось! Офигеть! Я просто ржал, если бы он у тебя гранатами убил. У тебя остался 31 хп всего лишь, братан. А две гранаты мало, видимо, ребята. Две гранаты мало. Как слепит, слепит как бог просто по тапкам дал. Опа! Четыре! Три, нет, нет, барабанная трофь. Нет. Ты победил. Скоро все-таки в первом раунде. Вот он следующий раунд, второй, он прям реально круто взял его. Ну ладно, попробуем еще разочек. Он бы этот взял, если бы граната чуть-чуть дальше залетела, и ты бы просто бы помер, чувак. Блин, а я реально прифигел, откуда вообще прилетела она? А он снизу был, прикинь. И он просек то, что я там сижу. Да. Поэтому ты испалил. Я в любом случае... Шимора красавчик, просто зверюга. Зверюга, да, но не добил, видишь, не добил, все. Сейчас, ребята, сейчас вот ответственный раунд для Шимора, потому что сейчас он может сделать ничью. Сейчас последний у нас раунд получается. Вот. Сейчас. Может сделать ничью, да, если вы шифтить перестанете. Как маленькие зайчики. О, блин. У меня фигня с наушками, Фигня с наушками. Я слышал, как дальше убежал, и он шифтить начал, ты прикинь? Вот сейчас чувствую, уже запахло ничьей. Да ладно! Три минуты целых. Меня как сучку тирают, как сучку. Видимо, не создан я для того, чтобы прятаться. Да ладно, ты просто в одном и том же месте как-то попался, странно. Интересно, откуда же выбежит Шимора? Я вот так стою и просто смотрю в разные стороны. Троллит меня, по-любому видит меня уже, а? Нет. Так, да я-то знаю, я-то был против маньяка когда-то. Последний, прошу вас заметить раунд. Последний так. Раунд, и у Шимора 2.5 минуты. Да-да-да, это очень сложно. Это очень сложно, ребята, это очень сложно. Черт подери, я же... Да, я знаю, где ты. Ой-ой-ой! Мамочка! Мамочка! Мамочка, папочка! А, просто охренеть! Просто охренеть! Такой лол! Смешно, да? Ты прикинь, и он даже не понял! Я все понял! Вот это пацаны лошадь! Да ладно, я все понял! Ты кинул флешку! Ой, дым, блин, я пробежал! Вот, пацаны, за такое просто Лукас сейчас обязаны. Просто, я думал, сейчас спалит, все, это конец, но нет. Да просто... ладно, что там было, мне самому интересно. Потом посмотришь видео. Да ты песенку, по которой спускался, помнишь? Маленькую, прям маленькую, малюсенькую. Вот эту, которая... Он просто справа сидел вот здесь, вот на этой бордюре. Да ладно. Да, и ты не заметил? What the fuck? Ах ты маленький какой! Греча, какая встреча. А здесь очень плохая карта в этом плане, друзья, очень плохая. Я не понимаю, как мне, я просто не понимаю, как мне сейчас везет. Просто нереально везет. Не говори. Я просто сам себя загоняю в тупик, а потом из него выхожу. Да, но здесь, видишь, понимаешь, есть проблема небольшая у нас с тобой. Так. Одна проблема в том, что... Опять мышка отрубилась. Одна проблема в том, что... 50 секунд, беги, Форест, беги! Одна проблема в том, что... Блин, сука, зачем по голове флешкой-то? Хватит! Здесь нельзя на перерез пойти, господи, долбаная карта.
Я застрял в ковре, господи! Кто придумал эту мапу? Я в ковре застрял. Кирилл, ты представляешь, запуталась нога. Тупо. Пацана, просто нога запуталась. Чё за бред? 14 секунд. Нет, нет. Это не так должно было быть. Просто на другом конце карты. Это победа, Кирилл. Это победа, да. Здесь невозможно, понимаешь, на перерез быстро тебе прийти на этой мапе. Ну, блин, это реально сложная мапа, пацаны. Это просто нереально сложная мапа. Именно вот если ты не профессиональный маньяк... О, кстати, нифиганочка. Понимаешь, здесь нет, невозможно обойти вот так вот. Дырок не было, которые, ну, чтобы тебе на перерез пройти как-то. Да, ну, достаточно достойно, учитывая для это того, было что ты второй раз сыграл. Достойно, да. Это ну было да. очень достойно, потому что Шимора очень редко бывает маньяком. Обычно мы с ним все время жертвы, как бы у нас анимен-маньяк. Ну, это было нереально круто, потому что Шимора взял один раунд, и за это, ребята, нужно поставить лайк, поддержать Шимора в комментариях. Ну, ребята, на этом выпуск, в общем-то, заканчивается. Не забывайте подписываться на наши каналы, на мой канал, на канал Анимена, на канал Шимора, естественно. Все ссылочки на наши каналы будут в описании друг друга, поэтому заходите и смотрите наши другие всякие выпуски. Вот. Будем вас рады видеть на каналах. Не забывайте ставить лайки, также комментировать ролик, вступать в наши социальные группы ВКонтакте. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Скоро увидимся, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока, друзья.